Итак, вы возвращаетесь? Да. Как вам удалось вернуться в шоу? Как мне это удалось? Мне позвонили. Я слышал, что отношения Джонатана и Кларка снова введут в сериал. И это напомнило мне, какой силой они обладали. Около 2 лет назад я знал людей, которые желали моего возвращения. Единственное, что они хотели сделать, выразить свою благосклонность к Джонатану Кенту. Они хотели показать, насколько он им нравится. И в тот момент я осознал, что он намного больше, чем просто персонаж из сериала, больше, чем кто-то, за кем просто наблюдают. Это отношение отца с сыном. То, что нужно людям, то, что нужно мне. Они нужны мне в моей собственной жизни. Так что я горд вернуться. Я горжусь тем, что снова являюсь частью этого шоу. Я думаю, оно меняет жизни людей. Отношения в нем — это больше, чем просто сюжетные линии. Вы понимаете, что я имею в виду? Вы сами, отец. Как это влияло на отношения в шоу? Это нисколько не ограничивало моего общения на съемках. Мы несколько раз ходили гулять с Рози, то есть Майклом, который исполнял роль Лекс Лутера. Но все-таки я отец. Все это время я занимался своей работой и делал все от меня зависящее. Единственный раз, когда я соприкасался со Смолвилем, когда я работал на кар-шоу, и люди подходили ко мне и рассказывали, что происходит в сериале. Но теперь здесь у меня больше источников. Вы считаете, что это подходящее время, чтобы закончить шоу? Или же оно должно продолжиться? Я думаю, что это хорошее время для завершения. Потому что этот сезон расскажет о решении стать чем-то большим, чем просто Кларк Кент со способностями. Думаю, этот сезон о принятии решения, быть Суперменом или нет. И раз уж принято решение быть Суперменом, и как только Супермен начал свое существование, больше нет места для Смолвиля, верно? Мы переходим к новой главе истории.